Как дела ваши? Вы откуда? С Гумрыща, да? А людей на паспорт, да, привезли? Всех, да? Или так? Паспорт и пенсия. А, и пенсия, да? А так многие на паспорт приехали? Ну, ничего, все сюда, мы же по сельской районе. Угу. В основном здесь берем, здесь сдаем. Ну так, без проблем, да, получают паспорт? Ну, нормально. Да? Ну, если с документами, да? С документами, все есть нормально. А так есть такие люди, которые вообще служили в армии, там, молодые ребята? Ваши, конечно. Да, молодые. У вас тоже есть, вот один пацан тоже сейчас подошел, брат у него в армии, сейчас он тоже есть. А, здесь в абхазской армии, да? Конечно. А так кто-нибудь в грузинской армии, чтобы служил? Ну, там все, где, что здесь живут, они все. А так взрослые люди в выборах где-нибудь участвовали? А там в Грузии не участвовали, да? Мне кажется, сейчас уже куда без паспорта, без документов там уже не пойдешь. Не, а раньше? Раньше, не знаю, может быть, ходили, это кто знает, что-то. Не говорят, да, так? Конечно, не скажут. Угу. Все сейчас туда зашли, да? Да. Сколько приблизительно? Сегодня, ну, 1-20 человек было. Человек 20, да? Все на паспорт, да? Там пенсию тоже 3-4 человека, там мечты, я отдачу здесь. Кто пенсию делает, вот пожилые люди, паспорт делает. А вы водитель, да? Да. Как звать вас? Зухбай. Зухбай, да? Вы по каким дням ездите? Я каждый вторник. Каждый вторник, да? А в четверг другой, да, приезжаете? Нет, это куда в Гали, потом на рыночный день.